И фотосессия для хоккеистов. К сожалению, не все ребята. А команда где вся? Почему не все? Благодарим ребят. Обязательно фото будет от Орешка. Вот. Ну, движения какие-то можете сделать. Да. Фото будет от Орешка, пожалуйста. Ну, Диадема, да, побеждает в этой встрече. И на фотосессию, как я и просил, говорил ребятам, желательно после каждой игры, давайте общее фото на память, на сгадку, потому что эти моменты жизни бесценны для истории, для нас, для наших детей и жен обовязково. 22:37 у нас винницкое время, и на этом мы говорим до побачення, до свидания, до новых встреч, дорогие. Счастливо всем!